Короче, смотрим. Эту ссылку на данный сайт я сделаю в описании. Также ссылку на телеграм-чат, где указано, ну, где все обсуждают Ninebot Max и как раз темы про эту прошивку, да. Переходите просто на сайт. Вот, итак, что понадобится для прошивки? Смартфон на Android обязательно. Заходим в Google Play. Дальше. Скачиваем приложение Xiaomi, вот этот флешер. Вот оно вот так вот выглядит. Вот здесь. Блин, у меня палец-то, наверное. Ну, я, наверное, приближу. Так оно выглядит. Когда зайдете, здесь появится ваш самокат, когда вы его включите. И все дальше, сейчас все расскажу. Так, мы его скачиваем. Заходим. Зашли вот в приложение. Все по инструкции делаете. Я его просто скину, зайдете, сами прочитаете. Ну, грубо говоря, вы на кнопку для фонарика нажимаете, он его видит, вы подсоединяетесь. Дальше. В этом меню будет... Ну, здесь все описано. Там просто надо регион поменять. Вот change вот этот регион, кнопочка регион. Нажимаете и меняете на US. И все. Вот, видите, после этого нажмите кнопку. То, вот все, он US появится. Дальше пока останавливаем действие. Ну, здесь еще есть информация о том, если не появилось US, то нужно просто перезапустить, еще раз попробовать, да? Так, второй шаг. Прошивка. Здесь просто есть одна прошивка. Не прошивка, а сайт старый. Я сейчас дам новый сайт. Ну вот, мы читаем все, просто заходим на сайт не тот, что указан здесь, а заходим на тот, который я дам в описании. Вот он. Итак, смотрите, можно выбрать одну из пресетов. Это Default, Max, ну, заводские настройки. Это он будет у вас ехать как G30P, то есть максимум 30 км. Следующие это настройки с большей мощностью, но почти без риска для самоката. То есть чуть-чуть ускорение, да, как будто побольше будет. Батарейка чуть быстрее садиться начнет. Ну так, чуть-чуть порезвее, да. SH Max я вот сам не ставлю, сильно как бы никому не советую, да. Это максимальная мощность, как бы он типа очень быстро стартует с нуля, очень начинает ехать очень быстро до 30 км, не больше все равно 30. Но риск повредить батарею так, ну типа больше вероятен. Обязательно там, когда прошивку делаете, сохраняете zip-файл, а не вот то, что здесь указано. Ну вот здесь вы читаете, что какой параметр значит, да? И все, что дальше делаем сейчас? Вот Максимка наш парень, он в группе сидит с самокатами, да, вот группа у нас с ним одни и те же. То есть электроклуб, Ninebot Max и еще Ninebot электроклуб. Так, ну мы сидим, вот самый движ происходит в этом Ninebot Max, где 1000 человек. Здесь как раз вот правила есть, вот где все можно прочитать про Ninebot. Здесь даже есть ссылка на видео, как его ремонтировать и все остальное. Вот эту ссылку я вам дам. Вы в нее, через нее заходите. Читаем все правила, что здесь, о чем вас предупреждают, что это все 1000 раз проверено, но все равно может быть не, именно для вас не очень безопасно. Дальше заходим в пресеты. Ставим Default, либо Max. Max это вот этот, чуть-чуть типа скорость, которая увеличенная, да? И дальше идем по настройкам. То есть это стандартные. Это я вот это вот Basics вообще почти не трогаю. Для удобства можно страницу. Сейчас перевести страницу на русский, да? Так вот они, пресеты. Основное, да, тут. И когда переводите, все становится сразу понятно. Америка, да, здесь поезд стоит, потому что вы меняете свой самокат на ОС версию, да? Мощность и скорость. Все, вот это здесь делать ничего не надо в мощности. Ампер, вот эти все трогать. Все, вот здесь все стоит по умолчанию. Мощность 33. Написано будет типа 33. Но ехать все равно он будет не больше 30 км. То есть максимум 32, да? Но если, например, здесь мы поставим мощность 28, то он будет ехать не 28, а 27. То есть 33 это все по мощности. Это ваш пресет, который вы можете чуть-чуть изменить. Если вы хотите чуть-чуть просто менять, то мы делаем пресеты по умолчанию, который идет. Да, потом заходим в мощность. То видите, вот здесь тоже 33 стоит. То есть это для того, чтобы он просто ехал 30 км своей. Ну, и все, здесь читать. Я здесь ничего не трогаю, кроме скорости старта мотора. То есть 5 км для меня много, я ставлю здесь 3. И меняю всего только круиз-контроль. Это когда он сам включается, то есть 5 секунд не ждать долго, я там тоже ставлю на своей прошивке 3. И все, время готово, да? Все сделано, ставим здесь обязательно. Через какое приложение мы смотрим? Мы заходим через приложение Xiaomi Flasher, без там всяких, вот оно, самое первое.
Сюда, и здесь сразу показано, что он zip будет качать именно для этого приложения. Все, и скачиваете zip. Так, ну и все, скачиваете zip, вот он появился. Да, дальше вы заходите в данное приложение, включаете все это дело. Дальше вы заходите в это приложение, здесь у вас появляется NineBot Max, и вы ставите прошивку. То есть ничего сложного, все просто по инструкции. В комментариях я это видео специально для двух человек, которые в комментариях под прошлыми роликами говорили, что это очень сложно, нужно, что нужно делать много разных движений, то есть компьютеры, какие-то эти провода и все. Нет, просто вы скачиваете одно приложение и с помощью него все делаете. То есть делов на 3 минуты. Все, всего хорошего.